любимые любители кровавого спорта. Мы наконец-таки снова в игре и можем продолжить играть в лиге. Мы посмотрели с вами нордов. Мы посмотрели с вами ящеров. Мы посмотрели с вами хаос. Что-то банального, банальное вам показывать неохота. То есть орки, гномы, они не такие уж интересные, да, бретонцы, да вроде бы нет. Кого? Кого? Ну, мне бы хотелось и вам показать, и самому поиграть за скавенов. Мы, конечно же, поиграем за всех, но пока можно расставлять приоритет. Скавены — это команда бегунов, способных сделать тачдаун в один ход. Способный выиграть матч даже в меньшинстве. Впечатляющий здоровяк с неплохим набором навыков у них есть. А слабые стороны — большинство игроков слишком хрупкие. Без кишкадеров, увы, не обойтись. Легко могут оказаться в меньшинстве из-за травм. Так, ну что? Полевки. Команда будет называться... Тащим все. Девиз. Так, и возьмем вот эти вот косточки, пожалуй. Почему нет? Что-нибудь темненькое есть? Какая-нибудь темненькая накидочка, может быть? Вот. Неплохо. Подземная империя. Ну, естественно. Естественно, мы назовем наш стадион Нарой. Нара. И соберу команду я сам. Пожалуй, я сам. Так, вот они, кишкадеры. Четыре кишкадера, естественно, одного крыса-огра. Рататуйчиком мы его назовем. Рататуй. Штурма-крыса возьмем. Итого нас семеро, да? Бросающий нам нужен лишь один, как мне кажется. А на сдачу... Одиннадцать человек. Ровно столько, сколько нам необходимо. У них, кстати, переброс недорого стоит, к счастью. К счастью для меня. Так, помощник тренера, болельщики, аптека. Вот я даже не знаю, они часто травмируются и могут умирать, правильно? И возьмем... Так, возьмем болельщиков и черлиров. Вот таким вот макаром. Сразу зайдем в клуб, подпишем с гоблинами. Давайте гоблинский тотализатор, да, почему нет? Все у нас готово. Кстати, мы остальными-то контракт, наверное, и не подписывали даже. Одиночную лигу возьмем. Давайте чемпионат, ну, ради интереса. И биться мы будем сразу же против... Ну вот, опять против них. Ну ладно. А нам-то что, в принципе, да? По силам, как я понимаю, мы равны. Stone of the Sun. Ready! Steady! Go! Bowl.
Так. Давай, давай, изгоняй духов неудачи. Надоело мне что там в неудачниках-то ходить. Ух, ребят, скоро придет железо. Скоро придет железо, и мы сможем спокойно, без задержек, без каких-либо геморроев, делать записи в 14:40. В 14:40 на 60 FPS на самой-самой высокой кодировке. Так. Жду не дождусь. Прийти должно все это в субботу днем, полагаю я, после наших стримов нападения. А после стримов займусь этим, потому что с утра у нас в субботу будет ага. Мафия, естественно. Потом у нас будет Total War. А мы попробуем сделать так. Да. Покатили. Ох, как красиво. Хвостом-то смотри, по левке получает доп переброс, еще один перебросик. А это хорошо. Подожди, у меня два. А вот сейчас два стало. Угу. Нормально такой с нахрапом, да? Берем их на храп. О, хорошо. Эйся, я глушила. Умничка. Умничка, золотко ты моё. Давай последуем, последуем. Нападающий. Вот он, да? Ну, по идее, что мы можем сделать? Подумать, что мы можем сделать. Перебросить всех сюда. Сила 2 это слишком мало. Уже лучше. И мы продвигаемся сразу же. Попробуем затачдаунить, не знаю. Выйдет у нас что-то из этого, нет. Но попробовать-то надо. Угу. Может быть, здесь тебя оставим? Тебя же сломают. Поставим тебя здесь. Дальше мы возьмем мяч. И побежали, 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 побежали. И передали, 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 передали.
Ну перебрось. Ну нет, что ли? Вообще, конечно, ты чувак. Ты чувак, чувак. А бить кто будет? Рыба, что ли? Ну это мы порешаем, это ничего. Неплохо. Ну чуть-чуть выключили, ладно, подумаешь. Так. Отходим. А ты за мной идешь? Ну да, сильный. Ну что, 4 силы. Все-таки 4 силы. Сильнее нашего штурмовика будет. Очень хорошо. Отложили его в нокаут пока. Это хорошо. Так, попробуйте, друзья, справиться своими силами. Но чуть позже. Отлично. Значит, мы пойдем все-таки. Вот сюда. Все, и мы тебя вырубаем. И мячик ты теряешь. Очень все у нас хорошо. И мы вот сейчас... Попробуем, конечно. Зря я это делаю, я полагаю. Останемся на месте. Блинский. Повезло, но у меня не будет переброса. На всякий случай переброса не будет. Вот в чем горюшка там. Ну давай, поехали. Да, да, конечно, быстрые ребята. Быстрые ребята, прям слов нету. Мне кажется, мне вот такими надо играть. Но мне очень нравятся норды. Смотрите, сколько ходов прошло. Я пока не пойму. Пока. Дефим. Угу.
Это все кишкадеры. Вот же нападающий. Давайте встанем так. Подтвердить. И... Ох, как бросим мяч сейчас. Высокий удар. Ну, успеет подобрать что? Хорошо ему. Да. Стоп, это я за два хода, получается. Неплохо, я за два хода тачдаун сделал. Прям радует. Радужно, очень радужно. Травмирован. А надолго? А куда? А что? Без... Так, еще одна травма. Ладно. Ладно. Отправляйся. Блин, ну вот... Останься. Да уж. Ну и ты, соответственно, подвинешься, да? Надо было все-таки выстраивать как-то оборону. Так, как же так сделать там, чтобы мне было хорошо, а всем остальным плохо? Ну давай тебя сначала. Оттащим. В нокауте. Здорово. Очень хорошо. Так, толку от этого не будет нисколечки. Поэтому бьем как есть. Ой. Угу. Ну а что я сделаю? Надо пробовать. Пока не попробуешь, не узнаешь. Давай, родной. Сорок два — это много. Появился хоть призрачный шанс. И то хорошо. И на том спасибо. Надо забирать мяч. Надо забирать мяч у них любой ценой. Иначе он своими здоровяками меня разнесет.
по щепочкам, по кусочечкам, по щепоточкам. Если мы левого ящера сейчас убьем, ну левого от большого крыса, вот этого, то мы пройдем сюда. Уклонение. Это ли не чудо? Это очень хорошо. Угу. Блин, уже нет, да? Ладно. Без травм? Отлично. Все остальное ничего, главное, чтобы без травм. Ну ты чего? Вот тебе и дикий зверь. Так. Стоп. Ты блицер, да? Ты у меня до сюда ни в коем случае не дойдешь никогда. Так. Вариантов-то не так уж и много. Так. Come on, guys. Together. Блин, и сейчас просто череп будет, да? Нет. Не просто череп, конечно, но фатально в любом случае. Очень плохо. Очень плохо. Вырубать дальше будет. Угу. Блин. Ну это жесть. И вырубает его. Вот тут надо собираться, да. Тут надо думать, как это вообще можно мутить, планировать. Ну, смотрите, тут все, в принципе, просто. Вырубаем его. И вырубаем его, да? Спринт, пожалуйста, пробеги. Ну как так, ну ты прям в сантиметре. Ну, вырубили, да. Вырубили, и он прошел.
Он уже проходит спокойно. Просто подвинули. А шанс-то еще есть. А шанс-то еще есть. На удачу, конечно, сложно полагаться. К тому же ему без уклонения. Отлично. Well, they had to retreat a little. It was getting dangerous. Шанс, как говорится, был. Но он был не реализован. Попробуй. Не добежим. Добежим, но как? Не добежим. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Осталось-то. А что делать? В любом случае, пробовать. Get next to the ball carrier so you can block him. If that doesn't work, stab him in the face. In these conditions, it's just crazy. Жаль, жаль, жаль. Ну ладно. Так, шестой ход. Есть шанс, что не задержит. А есть и другие шансы, что они просто сейчас повырубают мне всех здесь. Да, смотрите. А вот это хорошо. Поймай. Отлично. А вот это было хорошо. Gathering around that lone player.
like halflings round a sandwich. Ты его сам вырубаешь. Угу. Вот оно что, да? А у тебя как? А у тебя еще и с уклонением. А если мы сдвинем мужчину? Безумие. Так. Сейчас, по идее, должно хватить, да? Отлично, все хорошо. Проходи дальше. Попробуем взять. И ведь взяли. Серьезно? А вот это вот неловкий момент. Молодец, молодец, красавец. Я ни разу еще не видел, чтобы перехватывали. Ну ты же коротышка. Ну прям, прям умница в любом случае. Прям здорово. Я думал, все, победа моя. А нет. 1-1. Нет, достойно, достойно. Надо было отстояться просто. Угу. Поехали. Высокий удар. Что дает игроку время поймать его. Клевенько же. Я люблю такое дело, но не смог. Почти поймал. Селенушек-то не хватает. Выруби дядечку-то. Так, сила 3. Угу, понял тебя. Так. They've gone into the opponent's tackle zone. Should be good. The attacker has an assist.
А нам его надо вырубить будет. Поэтому. Поэтому пока все-таки мы поставим тебе одна сила, но... Ну это сила. Так. Ты пройдешь вот сюда. I bet the opposition didn't even see it go by. Against Skaven, I mostly relied on odor, Jim. When it smells like old cheese. Нет, сначала отходим лучше. Все-таки. Слабенько. Следуй, следуй. Я освободил мне воина. Ну а что сделаешь? Ни черта. Сейчас один с блицем пойдет, да? Или этот парень встанет с блицем. Прям капитально окружают. Значит, у меня другой план. Я отсюда прорвусь. Меня не трон. Тронут. Тронут. Блин. Блинский. They simply have a better dock. И у нас защита, блин. Both teams are on edge. This kick is crucial. Не менее трех игроков необходимо, правильно? Это будет папа крыс, блицер, наверное, зря я так делаю. А может быть нет. Поживем, увидим. Так. Поехали. Угу. Быстрый снэп. Снэпуй. Не, ну это реально нечестно. А мне где снэп? Серьезно, ты всех жаб хочешь отдать? Нет, одно он по-любому пошлет туда. Но он хитер. Он хитер. Those players are very close.
Уклонись, уклонись, уклонись. Ну, от такого ты не уклонишься. Это понятно. Угу. Угу, бубошенька. Неприятнушки. Так, здесь через уклонение идет, да? Если так, ничего хорошего. Маловероятно, что тебе посчастливится, да. Целых три все-таки. Так что... скачем, скачем, ребят. Одна надежда перехватить этого паренька. Ты будешь его вырубать, а ты потом его покалечишь. А ты попробуешь убежать. Потом. Но первым делом сейчас что необходимо сделать? Вырубить вот этого глистеныша. Переброс. Очень хорошо. Убрали. Убрали мелочь пузатую. Так. Угу. Мог бы подойти, но... ну вот, блин. Долго думаю. А, этих сейчас вырубит. Ладно, противник какой-то, что уж. Что уж поделать. Так, да, надо было сюда ставить еще. Пасты не дашь. Ты рукожоп, потому что. Но задефить постараешься, да? Но не получится у тебя. Угу.
to get rid of the ball. Now there's pressure on them. Прям, знаете, обезопаситься хочется. Подбираем. Подобрали. Ну, а у нас безумие. Ну, вдвоем упадем. Блин, поднять-то забываем. Переход хода сразу же. А че ты? А. Из-за того, что он упал, переход, в смысле, у нас понял. И будешь бить, да? Нет? Нет? Блин. Собрали тут консилиум. Этот вперед. Выпускай. Да не туда же. Не поймаешь. Не пытайся. Уклон. Угу. Ты попробуешь подобрать, наверное. Нет? Ты странный. Это так и не бьет. А это самое веселое. Мертв. Супер. Встаем. Встаем. Так, ну пробуем тогда следующим образом. Вот сюда беги. Этот-то остался же. Подожди, а сколько у нас ловкости? 67, да что? А мяч тоже 67. А у тебя аж 83. Но ты не дойдешь до туда. Ой, да ладно. Not enough tackle zones on that ball. And now the opposing team has paid the price. Супер, почти. Почти. Почти.
Бежала крыска. Ты коротыш какой, а? Ну, блин, выкинет его сейчас, да? Выкинет. Нет, ну нет, я не играю так, нет. Убежал, гаденыш, я тебя догоню. Уклончик. Угу, вырубает насмерть, да? Давай, удиви. Нет? Просто прилег. Так, и никто меня не зацепит, да? Хорошо, пойдем. Поехали. Восемьдесят три процента. Самое прикольное, что он от него стопудово не увернется. Ну, мой. Я про своего. Я везучий. Не, ну, крыса очень ловкий, конечно. Что не говори. Понятно. Все чуднее и чуднее. Но, по-моему, они заняты совсем не тем. Совсем не тем, ребята, заняты. А, или это последний? Нет, это не последний ход. Мертв. Да. А, нет, травма. Фу. Отлегло. Ну ты ведь не сможешь уворачиваться вечно, друг. Ты же это понимаешь.
Самое забавное, да? Просто взял и ушел. Потому что я так решил. Завершаем. Неугомонные такие. Мы по одному их убьем, пока наш мелкий бегает от них. А долго ваш мелкий бегать не сможет. Скорость-то у нас снимать нам. Так, и сейчас блицанет кто-то, да, из вас? Ах ты! Смотри куда. Как неожиданно. И бесполезно. Ну, мы останемся здесь. На другой конец поля, на другой конец поля. Дружище, ну ты сам сюда хотел, ты понимаешь? Так. Ну, повезет, не повезет, это из этой серии. Или здесь повезет, не повезет. Вот. Хорошо все. Так, так, так. Отлично. Молодцы. Слушайте. Это замечательная команда, честно. Ну, компьютер, конечно, здесь вступил очень сильно. В том плане, что он зачем-то на моих мелких агрился. Ну, я понимаю, что выбить это очень важно. Выбить принимающих, ловкачей. Вот, но... Так ли это важно? Так, так и остаемся. Бросок камня и... Понятненько. Клевенько, без длительных последствий, это самое главное, конечно. Ну и их боец оглушен, ну, у них просто оглушен. Не любят они моих ловкачей все-таки. Не любят. И главное, что те им сделали. Лягушонок. И падает. На спинку. Хорошо, что на спинку.
Угу. Супер. Вот сейчас прям было супер. Я вот их мелких не люблю. Прям терпеть не могу. Ну и они что-то ко мне не будут относиться. Ладно. Это был мой 16-й, сейчас будет его 16-й. По идее, он в два хода может сделать игру. Но он не сделает, в общем. Дурак. Что я могу сказать? Еще, возможно, одна травма или смерть. Так, прилег, это хорошо. Добить, 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 смотри. Нет? Все. А, тут не все еще. Понятно. Ты дикий зверь, да? Хорошо. О, 3%, что заметят фол. Это же классно. Жаль. Ну а что? Все? 2-1 мы выиграли. Крысы — это очень, очень интересная фракция, интересная раса, я считаю. Крысы меня заинтересовали. Так. 60 тысяч. Это пятерку мы выкинули. Оставим. Мы никого же не вкачивали, да? Нет, никого не вкачивали. А, у нас, в принципе, никто и не умирал. Но. 60, да? Блин, было бы 70. Хотя нам даже надо поболее. Потерпим, обождем. Ну что ж, ребят, вот такие вот крысы в деле. Я надеюсь, они вам понравились. Нет, ну серьезно. Очень ловкая, проворная, пронырливая раса. Может быть, даже за них я и буду играть в лиге. Вам желаю всего доброго. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и пишите комментарии. Пишите, что бы вы хотели увидеть еще, какие игры. Возможно, вы хотели бы надрать мне жопку в какой-то игре. Я не против, почему бы и нет. И подписывайтесь, ребят. Главное, подписывайтесь. Подписывайтесь, лайки, комменты. Немного прошу, да. Правда? Оставайтесь на позитиве, ребят. И до скорых встреч. Пока.